приветствую. Речь пойдет сегодня о потолочных вентиляторах. Один вот такого формата, другой будет продолжение. Я его установил на кухне, этот в комнате. С ним шел вот такой вот пульт. Ребят, фокус будет уходить, снимаю с рук. Не на что мне установить смартфон так, чтобы можно было вам это все показывать и демонстрировать. Значит, если включать и выключать свет, то будет меняться температурный режим. Фишка в следующем. В вамп режиме, ну, не знаю, по-моему, 4000, наверное. В общем, шима нет. А в остальных двух шим есть. Видели, да? Это кнопка выключить все. Дальше есть кнопка бриз. Она включается, как это правильно сказать, и начинает вращать вентилятор в последнем, в какую сторону он крутился. Например, вот реверс сейчас был включен, да, и вот бриз, кнопка в реверсе пошла. Отключим, включим обычный режим обдува. Сейчас остановится. Вот он пошел, отключаем. И если включить кнопку бриз, в эту же сторону начнет вращаться по последнему положению. Поняли, да, смысл? Это выключить полностью вентилятор. Это скорость вентилятора. Это время работы. 1, 2 и 4 часа, и потом он отключится. В общем, в некоторых... Так, извиняюсь. В отзывах я читал, что комплектация не полная. Когда я распаковывал, мне тоже так показалось. Но потом я обнаружил, что в пакетике все винтики и все тому подобное, все лежит. Подключение элементарное, но это все нужно. Вот данный вентилятор нужно собирать самому. Дальше. Сейчас наведемся. С поднятыми руками не так удобно. Я, наверное, сделаю фотографию и прикреплю, что стоит за лампа. В общем, вещь, ребят, очень прикольная. Мне она понравилась. Рекомендовать можно. Так, вспомнил, что я вам хотел сказать. Вот данное крепление, здесь у меня натяжной потолок. Обязательно у вас должна быть конкретная подготовка. То есть место крепления там должна быть закреплена дощечка. Примерно ее размеры 15 на 20. Ну, это минимальные, к чему потом можно прикрепить данный вентилятор. Если у вас подготовки нету на натяжных потолках, ну или подвесных, там разные вариации, да, то вам лучше взять а-ля люстра, то есть со штырем, и подвешивать, условно говоря, на крючке. Это меньше геморроя будет вам, чем закрепить данный вентилятор. Он на кронштейне, а-ля швеллер. Я просто не знаю, как это называется. При распаковке обязательно акцентирую на это внимание. Вы посмотрите. Собрал полностью люстру, без, не торопясь, я где-то за час. Вот просто не торопясь. Пока посмотрел, приложил, пошел, нашел инструмент, условно говоря, какой нужен, и закрепил. У меня здесь дощечка есть, 20 на 20. Потребуется сверло 2 мм, чтобы сделать отверстие 4 штуки, закрепить этот кронштейн. Крепится кронштейн.
он вместе идет с двигателем. Прикручиваете его по месту, и все. И после этого начинается навешивание. Ну, естественно, подключите двигатель к проводам, и после этого все просто навешивается тупо. И прикручивается болтиками, винтиками. Ничего сложного, вообще абсолютно. Ну, наверное, все. Данная лампа на магнитах. Чашка просто крепится на винтики. Как вы понимаете, одной рукой очень тяжело все это делать, снимать. Я искал похожую, условно, с тремя режимами на Алике, не нашел именно такого диаметра. Есть большего с тремя режимами, а на Алике есть с двумя, по-моему, и с одним режимом. А, ну, не, ну, рублей 600 обойдется такая лампа. Длина лопасти от центра до края 66 сантиметров. Высота его 21, диаметр 20-22. Ну, я при распаковке забыл померить. 18. Крепится элементарно. Винтики 4 штуки. Их откручиваем. Он снимается. И там крестообразная пластина. При распаковке вы ее увидите. Условно говоря, сажается на 4 шурупа. У меня здесь подвесной потолок, не натяжной. Я прям к нему закрепил. Ну, два провода, понятно. Ну и все. Также здесь есть реверс и обдув. Сейчас у меня работает на реверс. Включается данная решетка еще. Для чего нужна, непонятно. Пультик. Уже видео к нему готово, я прикреплю, правда, будет оно в формате для смарта, ну, как получилось. Ребят, не обижайтесь, но посмотреть, что внутри, не получится. Ну как, это надо все разобрать. Он пришел уже в сборе, то есть нужно отвернуть вот это дело, снять решетку, тут куча винтиков, открутить все это. Мне неохота, ну лень, реально, я уже устал. Все, спасибо за просмотр. В общем, ребят, мне, наверное, будет не очень удобно и одновременно снимать и показывать. Ну, смысл в следующем. Свет включается на пульте, регулируется яркость, кнопки яркости, цветовая передача. На камеру это будет плохо видно. И режим ночной, дневной. То есть там нажимаешь, он автоматом переходит ярче и поприглушенней.
Дальше есть кнопка включения вот этой вот решетки. Она работает только во время включения вентилятора. Мне кажется, это бесполезная вещь. Ну, потому что разницы я не особо заметил. Ни на что она особо не влияет. Реверс, обычный режим вентилятора. Выключение вентилятора, скорость вентилятора. И кнопка выключить все. Ну, как-то так.